А в Саранске сегодня встречали футболистов сборной Панамы. Для них российский турнир особенный. Команда впервые за всю историю пробилась на чемпионат мира. Неудивительно, что панамцы, несмотря на долгий утомительный путь, спускались по трапу в приподнятом настроении. После группового фото на летном поле футболисты еще долго делали селфи на фоне самолета в своих эффектных шляпах. Первый матч сборной Панамы проведет 18 июня в Сочи против бельгийцев.